и кошки, и собаки. У меня две собаки и одна кошка. Поэтому я обоих очень люблю, но все равно больше собак. Почему? Потому что они верные друзья, потому что они очень добрые, как люди, все понимают и все знают. Вот. И они очень хорошие друзья именно. И для детей, и для взрослых. Ну, я считаю, что, наверное, все-таки собаки. Хотя у меня нет домашних животных. А я, к сожалению, не могу выбрать, потому что у меня две кошек и одна собака. Поэтому, в общем-то, побеждает дружба. Кошки, собаки, оба хороши. Так, ну я держал кошек. У меня были кошки дома. Одна из них очень последняя очень злая. И мы вынуждены были ребенка перевести отдельно. Мы сначала и жизнь спасли. Вот сейчас кошка у нас живет одна дома. Но она у мамы, потому что она ее может контролировать, а мы ее не можем контролировать абсолютно. Но мне ближе как-то кошки почему-то. Мне почему-то ближе кошки, не знаю почему. Вот. От собак, наверное, видимо, много шерсти. И шума больше, и выгуливать их надо чаще, а кошка дома может жить спокойно. Вообще с собакой и кошек, конечно, нравятся собаки и кошки. Кошка более-менее как бы снимает головные боли, а собака это как-то, понимаете, наверное, друг и даже член семьи. У меня собака, была кошка, но пропала. Ну, мне лично собаки, потому что они более понимают человека, чем кошки. Кошки независимые. Животное. На самом деле, лучше всего улитки. С ними не надо гулять. Кормить один раз в сутки.